А. Пузырьки это вкусно летят. Это вкуснее не найдешь. Витек, братан, здорово. Здорово, брат. Что ты отдыхаешь? Да я пьяный в говно. В говнину, блядь. Я вообще никакой. Да ладно. Ты мой дружище. Отлично. Витек, какие планы на жизнь? Жениться когда будешь? Когда сдохну на следующий день. Блять, неужели я на свадебке не погуляю тебя видеть, братуха? Я тебя умоляю, я пьяный в говно. Во. Вот так настоящий ковбой отдыхает, блядь. Вот так. Вы поняли, пацаны? Настоящий ковбой, настоящий алкорейнджер. Вещь, Витя, гыга, кул. Витя, пузырьки это вкусно. Вкуснее не найдешь, ёб твою. Это верный лайк. Пузырьки это кул. Лучше не найдешь. А что будет, если запретят пузырьки, Витя? Как ты думаешь? Их же вроде уже запретили. Да я тебя умоляю, где запретили, ёпта. Найду, ёпта, один хуй нажрусь, ёпта. Вот сейчас вот как раз там стрим идет с твоим участием, ну только без тебя сейчас вот пока. Вон там видно, нет. А без меня это говно, ёпта. Ну конечно, да, без тебя ни один стрим, блядь, это вообще никакой, просто никакой. Ты вон, глянь, зашел, блядь, зажег аудиторию сразу, на ура. Там вообще, там пять телок. Больше не чужие. Пять телок сразу там пришло на стрим там. Без трусиков? Ну, я не знаю, надо было их спросить. Сейчас прошу, пацанов. Только без трусиков. Андрюха, тут Витек спрашивает, спроси у телок, какая из них без трусиков. Есть там такие? Она есть. Есть, да? Тёлка-то есть. Ладно, Витя. Сейчас надо выпить. Грач, ну а ты вот, блядь, как думаешь, пузырьки это вкусно? Нет. Конечно, не вкусно. Вкусно, блядь, это мороженое. Ну что, труда, башлычки. Вот. Алкоголь, он и в Африке. Ребят, 5 секунд.